Значит, всем доброго дня. Сегодня нашему вниманию радиостанция Zastona, модель KD1C, по-моему, называется. Это однодиапазонная радиостанция, мощность 3 ватта, батарейка типа нокиевская. Значит, 400-470 МГц она работает. Мощность можно менять, то есть 1-3 Вт. Все манипуляции через компьютер. Субтона, значит, устанавливаются тоже, если надо. 16 каналов у нее, антенка встроенная, как я уже сказал. Работает довольно неплохо. Уверенный прием у нее, хорошая передача, модуляция неплохая, то есть очень громким звуком она обладает, то есть динамика. Варианта 2, значит, вот белая, как у меня сейчас в данный момент, и черная еще есть. Значит, что у нее? Стакан зарядная у нее получается, плюс еще она заряжается сбоку через USB разъем, скажем так. Видно плохо сейчас. Ну, такая вот радейка. Вот так каналы переключаются. Первый, второй, третий. Такая вот рация. Она довольно тонкая, то есть удобная. В карман кинул, не напрягает. То есть 3 километра стабильно она работает. То есть также есть такие модели с названием там VLAN, Retivis. На некоторых написано, то есть, что 5 Вт. Ну, реально 3 Вт в ней есть. Батарейка типа нокиевская. На моей написано, значит, 1200 мА. Это реально. На некоторых пишут 1500, это скорее всего нереально. То есть, ну, заряд держит довольно уверенно, долго, как бы работает отлично просто. Вот как бы понравилась она мне, я заказал таких себе несколько, у меня и черная еще есть. И брату заказал пару штук, то есть, ну, можно брать, вот что скажу. Можно брать, работает хорошо, то есть. Все, всем удачи, 7-3.